Друзья, доброе утро, привет всем из Алании, рынок Воба, понедельник, начинаем с курточек. Серман зовут человека, который вместо Али, теперь приходите к нему, и вы спрашивали, как прийти и сказать «Ромка Ютуб». Да, именно так приходите, говорите «Ромка Ютуб», и Серман делает вам скидочки, имя, имя запоминаем, Серман, все, теперь он у нас вместо Али здесь самый главный. Скидочки сейчас будут, да, всем? На теплые курточки. У нас еще жара, поэтому на теплые курточки сейчас сезон скидок, друзья, приходите. Передавайте от меня привет и приобретайте курточки. От самых дешевых до самых теплых, самых классных, которые подойдут даже для условий крайнего севера. То есть теплые, классные. И время сейчас просто нереально. 9 часов 10 минут. Сейчас поснимаю рынок, а потом спать буду до вечера. Обычно я хожу вечером по рынку, а сейчас вот решил выйти посмотреть утром, как тут утром. Покупатели, хочу сказать, вам уже есть. По чуть-чуть так люди после завтрака, видимо, отельные выходят. Вот, все, увидимся, счастливо. Большущий выбор курточек, приходите. Он в каждом районе он находится. Напоминаю, что рынки у нас по разным районам, ежедневно они меняют свои локации. У меня плейлист есть с рынками, обычно я всегда рассказываю, где я нахожусь, какие ориентиры в районе Оба. Значит, можете вносить отель, вот, допустим, Оба Тайм, вот через два дома. Оба Тайм, вносите его по карте, находите и приходите. Тянется этот рынок в Оба от отеля Blue Wave, там же у нас находится, что у нас там, Авена, и до отеля практически Кайлай Азия. Здесь и вещи, и продукты, также продуктовое видео с овощами и фруктами будет отдельно. Вот по понедельникам они стоят вот именно возле мечети, получается, вот она мечеть, и... Курточки вот у нас прямо здесь возле мечети. Туда за моей спиной рынок тянется до Кайлай Азии. Я туда не пойду, я пойду в сторону Blue Wave, в сторону рынка овощей и фруктов. Ну и по пути сейчас будем показывать. Солнышко уже светит, сейчас комфортно. Но если на солнце не стоять, то довольно еще комфортно сейчас с утра. Сейчас и купаться можно, пока солнце еще минут 20 будет не совсем ядерно. А потом уже начнется жара. Жесть. Ну, в принципе, они все уже разложились. Так. Последнее у них приготовление. Ну, туристы вот уже ходят с браслетами. Несут у нас тут с вещами. Хотел сказать детскими привет. Но они не только у него детские, у него. Даже я купил пляжные шорты свои, наконец обновил. Большой размер у него взял. У меня шорты были еще со времен Севастополя. Блин, сейчас взял новые шортики у него вот пару месяцев назад. Да. Пока хорошо, не жарко еще. Вот, так что приходите, у него всегда цены все фиксированные. Тут наши ребята с натуральными вещами, у них вот куча клиентов сейчас стоит с утра уже. Марба, Гюнайдын. Гюнайдын, Марба. Гюнайдын. Ассен. Нормально. Вещи из натурального хлопка, рубашечку у них сам убрал, легкая, некрасивая, и люди вот русскоязычные, отдыхающие. Приходите к ним тоже, говорите YouTube Ромка, и будут вам скидочки хоть какие-то обязательно. Ребята хорошие, с папами. Так, ищем еще знакомые лица. Довольно много людей по рынку сейчас. Ну, люди правильно делают, потому что пока не сильно жарко. Пока не сильно жарко, можно относительно комфортно пока ходить. Ну, это 3 евро. Баллончики. Большущий выбор. Наш человек с носками трусами вернулся на место. Гюнайдын. Готов к приему посетителей. Большой выбор у него. Нижнее белье всякого. Плавочек. Носочка от лировых до более качественных. Подороже чуть.
Валерия. Ну, сейчас столик маленький, носки летом мало кто носит, летом тут жара. Вот сейчас больше трусов. Большие размеры есть, вижу. Приходите. Тоже классный чел. Все его знаете, кто давно смотрит меня. Так. Девушка, девушка. Нет. Девушка, а ты мне 2 доллара есть? Нет. А, давай 2 доллара. Девушка, девушка. Детская одежда, спрашивайте часто. Привет. О, мерева, брат. Вот детская одежда, тоже приходите. Геннадий. Геннадий. Приходите, от меня привет передаете, получаете супер скидки. Человек хороший, говорит по-русски, понимает. И большой-большой выбор. Рубашечек для самых маленьких, поло. Все, все, все здесь у них. Все есть. Вот, и не только детская. Тоже поло разное. Футболочки. Большущий выбор. Стояли они справа, вроде бы сейчас слева. Вот оба здесь. Отель Ubatime, вот как раз за ним находится. Отель Ubatime прям за ними. Увидимся. Так, Клементин тут у нас как-то немножко в темноте как-то находится. Привет. Привет. Ты один? Где все? Сегодня рано. Да, сейчас спать приду буду. Еще толком не спал. Думаю, пойду с утра схожу. Что это, YouTube-канал был вчера? Одна семья большая, мне много денег купили. Говорит, Ромка-рокер. Ну, приходите, Метин вас ждет. В разных районах бывает. Сейчас еще покажу. Давай покажем какие-нибудь модельки. Несколько штучек, как чего-нибудь. Мужских и женских. Вот такой, сейчас... Ибрагимович. На мне сейчас шорты от Метин. Шорты тоже новенький был. Вот такой краски есть сейчас. Вообще популярная. Мужская, женская? Мужская. Мужская, да? Ну, женский тоже есть. Тоже есть. Давай женский модель покажи. Мы всегда мужской модель покажи. Можно? Да, да, да. Покажи. Угу. Женский модель. Выбор у него капитальный, тут именно вот подберете на свой вкус, потому что я не люблю обычные классические джинсы, мне всегда хочется что-то вот такого, вот у него все есть. Молодой, такой страны классический. Да, то есть я в душе молодой, хоть мне 68 лет, я в душе молодой, поэтому покупаю всякие. И вот такой есть прикольный. Женский высокой посадки, вот стретч, ага. Сейчас вообще популярно, мягкий, очень сейчас мягкий. Сейчас солнце светит, немножко вот такой. Так вот светлее будет. Очень мягкий. А скажи средние цены. Люди любят цены, спрашивают. Цена примерно, какой деньги раз говорим? Рублями или гривнами, или сразу? Смотри, я даже не знаю, от, чем. От 500, 450, 500 до 700 гривен. Гривен? Да. Ага. От 1300 до 2000 рублей. Рублями. Ага. От 15 долларов до 27. От 14 евро до 25. Вот такие вот цены, вот как раз цены спрашивают. Я все мира деньги могу переведу. И гривнами можете платить, кто с Украины приезжает, и рублями, и долларами, и евро, и лирами, и карта, через, и карта у них есть, терминал. Зарплаты. И кто-то джинсы купит, могу подарить красивый браслет. Вот и браслетик. И показываю еще раз, где, в каких районах они находятся. На рынках. И как раз вот эти рынки вы спрашиваете. Вот смотрите, оба базара. Это у нас сегодня, первое, понедельник. Завтра рынок Махмутлар, это вторник. Среда в Салар, также по средам в Конаклы рынок. Четверг у нас Тосмур. Вот в Тосмуре единственное, что они не стоят. В Тосмуре вас нету, да? У вас выходной? Тосмур мы не работаем, там мне неприятно. Мы четверг уже спали. Четверг выходной у них, а так рынок в Тосмуре. Акуджалар пятница. В Акуджаларе немногие бывают с этого рынка. Акуджалар, вот я там даже не был на рынке. Потом суббота Махмутлар и воскресенье Тюрклир. Тюрклир, да, мы вчера были. Тюрклир. И сейчас молодежь, девочка, вот это вообще популярно, высокой посадки, внизу чуть-чуть широкий. Широкий, чем клош, но вообще классно будет. И вот и соцсети, и телефон на всякий случай, Viber, WhatsApp. Тоже все есть. Можете звонить, набирать. Где они, где помощники? Еще не пришли? Был. Акан есть? Да. Будет? Еще рано. Я никогда так утром не приходил. Да. Детских куча еще. Вот такой. Это детские, да? Нет. Или это просто женские такие? 15-16 лет девочка примерно. Типа такой у нас сейчас. Выбор капитальный. Это действительно подберет, я не знаю, на любой абсолютно вкус. Все, что хотите. Тоже взрослый. А, можем, да, понравиться. Симпатичные кто-то. Такие, да. У меня есть 300 модель мужской и 400 модель женский. Ого!
С ума сойти. От 8 месяцев, где ты маленький ребенок, до 250 килограмм людей. Так что даже вот кто весит 250 килограмм, даже вас здесь одену, друзья. Ну, помимо джинс, конечно, шорты еще. И вот они самые маленькие погнали. Большой выбор тоже для малышей, для девочек, для мальчиков все есть. Вот большой-большой выбор детских именно тоже, модные. 30 модель девочка, 50 модель мальчика есть. Вот такой выбор классный. Да, и здесь шорты тоже есть, женские шорты. Шорты. И комбинезон есть, если что-то надо, комбинезон тоже есть. Такой джинсовый, прикольный. Все, приходите, давай увидимся. Хорошо, пошел дальше. И вот этих ребят тоже показывал, платить марба, картой можно оплатить, у них тоже вот большой выбор пола, у них много детских футболочек, маечек, большой выбор пола для взрослых, платить картой можно, костюмчики он спортивные, тоже детские есть, большой-большой выбор детских, вот смотрите. Много всего, они прям с Метином стоят по понедельникам рядышком. Метин у нас уже звезда, его уже любят. Вот, приходите к ним тоже. Так, погнали дальше. Тут людей поменьше сейчас, туристов, в смысле. Слева отель Обатайм, еще раз напоминаю, 3 штуки 10 евро футболки. Ой, как хорошо сейчас ходить, надо реально на рынок по утрам ходить, а не по вечерам, потому что по вечерам я всегда спешу, потом то на море не успеваю. Сейчас и дорога свободная. Что можно так выразиться, звадродяк вообще, класс. По поводу джинсов, вот честно могу сказать, что вам нет смысла идти за джинсой какой-то в магазины, потому что там по-любому будет дороже. И я даже, если честно, сомневаюсь, что выбор будет такой, как у Матина, потому что вы сейчас сами слышали. Какой большущий выбор у него в сотнях именно моделей. Цены мало где написаны, обычно цены написаны вне сезон, когда все дешево совсем. Алло, мераба! Мераба! Нормально, алибаба. Сладости у человека разные, орешки. Опять детские вещи. Детских вещей вы сами видите, что очень много. Вот спрашивают меня часто про детские вещи, их реально много. Три штуки 10 евро. Мраба. 10 евро, 3 штуки футболочки, большой выбор. И можно выходить. Ну и все, на сегодня хорошего понемножку, друзья. 10 евро рубашки, большой выбор. И мы входим в овощи и фрукты, будет отдельное видео с него. Не знаю, какое первое выйдет. Понедельник, район Оба, Алания, время 9 часов 24 минуты. Пока, всем спасибо за ваши лайки.